Всем привет! Я решил снять обзор на свой маленький велик, на Житиля Бомбу. Я еще не выкладывал его никогда, как-то редко на нем катался, в основном для пампы использовал. Но учитывая, что сейчас горы закрыты пока что, и я довольно много катаюсь в городе. Поэтому я расскажу о том, что за компоненты на нем стоят, ну и какие настройки я использую. Поехали! Начнем, естественно, с самого важного, это рама. Рама сине-белая 2014 года, это один из моих любимых цветов. К сожалению, в такой геометрии рамы уже не выпускаются. Сейчас для бомба она другая, дертовая, стритовая. А эта рама была сделана для покроса, для слалома. В то время еще не был особо популярен памп, но для пампа она подходит очень даже неплохо. В принципе, для этого я его и собирал. Чем отличается рама от современной? Здесь более рейсовые углы, то есть байк чуть больше, как диван разложен, скажем так. Более длинный задний треугольник, видно, что большие зазоры у современных великов, именно у современных стритовых великов, парковых, они намного ближе, то есть намного меньше зазора для того, чтобы байк легче выдергивался, крутился, ну то есть, скажем так, управляемость была чуть получше, но при этом он теряет стабильности, современный байк. Этот байк очень стабилен, именно этим он мне и нравится, хотя все-таки там сантиметры я бы убрал. А из того, что я поменял в раме, у рамы сменные дропауты, как видно вот здесь вот, то есть можно перекрутить вот эти болты и поставить вместо обычного их в центре, который стоял здесь в стоке, вот такую вот ось. Ось 12-я, довольно жесткая, проблем с ними никогда не возникало, то есть велик действительно очень жесткий, в торсионке особенно. Вилка. Здесь стоит RockShox Rebo, я ее, естественно, поменял. Вообще от стокового комплекта осталось мало что, ну, похоже, наверное, только рама и осталось плюс-минус, потому что я уже гонял велик под себя. А вилка Rebo воздушная, довольно легкая, в целом хорошая. Единственное, что я ее сразу же поцарапал в первый день катания, вылетев с модульного пампа и зацепив за край вилку. Ну, ничего страшного, абсолютно ни на что не влияет. Пару сезонов показал, что все. Колеса, втулки, реверсы, ободи, кольты стоят. Какие-то дома были, я поставил. Просто они белые, поэтому красивые. Я особо за весом не гнался. В принципе, можно поставить карбоновые, но пока как-то очкую, честно говоря. Из карбоновых. В карбоновых у меня стоят шатуны X0. Кстати, довольно хорошие, легкие шатуны. Сейчас с другой стороны обойдем. Звезда 32. Сзади у меня раньше стоял мультиспид, естественно, я перекинул на одну звезду. И так как дропауты не горизонтальные, поэтому в данном случае стоит с успокоителем. В этом году его поставил. Стало легче, кстати, велик весит примерно 10 килограмм и 100 грамм, плюс-минус. И как раз благодаря тому, что я скинул на трансмиссии, я уменьшил вес. Тормоза. Shimano XT. Я не очень люблю Shimano, я об этом часто говорю, но у меня был такой тормоз дома, и в принципе он легкий, поэтому я решил его оставить. Здесь нет нагрузок по торможению, поэтому в целом даже такого тормоза хватает. Ротор 160 сзади у меня стоит. Да, вроде 160. Да, так, именно так. А педальки. Педальки HT, легкие. Но единственное, очень зубастый, прям максимально зубастый, и это как и плюс, у тебя очень круто держится нога, но и минус. Вот, например, это позавчера. Да, я не использую голень, потому что я не делаю всякие кранкфлипы, но с баника на серф, и потом еще раз на серф, еще раз на серф, бывает то, что нога может слететь и причинить неудобства. Так, подсидел Томпсон, довольно короткий, я его отпилил, там осталось, наверное, совсем немного. Сантиметров 10, может быть. Седло Айфертон, тоже старинное, сейчас моего двухкильного велика, но оказалось легким, а в целом на хартеле ты сидишь редко, поэтому сойдет. Вынос тоже Томпсон. Неплохой, единственный минус, конечно, у него то, что маленькие болты и велик, ну, то есть, когда затягиваешь, страшно перетянуть и сорвать болт. Ну, то, что они очень маленькие, по-моему, тройки, да, наверное, тройки. Грипсы буквально на днях поменял, поставил их гриппы, очень мягкие, у меня это были жесткие. Но когда долго катаешься стрит, а стрит катаешься долго, руки начинают немножко уставать. Поэтому такие мягенькие, с ними стало лучше. Руль реверс. Что еще? Покрышки. Ну, я использую практически всегда Максис. Мне подходит эта резина по компаунду. В принципе, в целом она меня устраивает. Поэтому сюда я поставил DTA-шки. Довольно, посмотрите на протектор. Такая накатистая резина. Единственное, что она подходит только для парка, асфальт, то есть памп, огонь катать, стрит отлично, но если выезжаете где-нибудь на грунт, то она не очень подойдет, у нее нет бокового зацепа. Ну, то есть она такая полуслик, у нее есть выраженный протектор, но он довольно плоский и не очень глубокий. Поэтому резина отличная, но довольно специфичная, то есть для определенных только видов катания.
Про компоненты, как вы заметили, рассказал довольно быстро, но потому что их не очень много. И это плюс, на большом велике намного их больше. А сейчас расскажу о своих ощущениях от катания на этом велике. Катаюсь на нем уже, вы можете понять, много, лет 7. И мне есть что сказать. Ну, во-первых, байк действительно очень крутой. То есть, если, ну, я думаю, понятно, что я мог, в принципе, перейти на новую модель GT La Bomba. И, возможно, я это сделаю в будущем, потому что я все больше начинаю катать в парке, в стрит. И этот байк, он довольно плохо выдергивает. То есть, его выдернуть, например, там, из квотера сложнее, чем современные велики. Но у него есть один огромный плюс, это его стабильность. А я люблю стабильность, я использую всегда длинные велики. Мне это прям в удовольствие. Поэтому вот такая огромная база, в отличие от современных байков, мне подходит. А в пампе. В пампе база не особо чувствуется, и она не нужна, потому что там многие используют длинные байки. Позволяет эти кочки делать. Поэтому там важна стабильность поворота, чтобы байк не выскакивал и прощал тебе иногда ошибки, когда ты там, например, серфишь и там пересерфливаешь, или наоборот не дотягиваешь, ну, чаще пересерфливаешь, чтобы он тебя все-таки не выбросил вперед. И это мне нравится, поэтому я на нем катаюсь. В парке. В парке ведет себя достойно, но, как я уже говорил, современные модели, они больше подходят для парка, они более вертлявые. Серф. Серф на нем тянется огонь. Просто держать его великолепно. Но на кто пробует его, говорят, что когда ты его вытягиваешь, то есть он сложнее вытягивается, чем другие велики. Но зато потом просто идеально. Контролится очень хорошо. Особенно, когда тебе нужно там сдропнуть или запрыгнуть на банни серф. Просто вопросов нет. Рейс. Рейс, конечно, мне просто удовольствие, именно, в частности, и поэтому я его и брал в свое время. Но сейчас рейсов гонок осталось мало, но мало ли вдруг, поэтому есть комплектик колес запасных, второй тормоз, который здесь снят, как вы заметили. И, если что, можно поставить мультиспид и погонять фокросс. Хотя, маловероятно, будем честны. Вот такой экспресс-обзор получился моего хардтейла для бомбы, который я использую в основном для пампа, стрита и в последнее время немного парка. Надеюсь, всем понравилось. Всем спасибо. Увидимся на канале. Пока.